Всем привет! Меня зовут Аня. Мы на канале QTN. И сегодня мы будем делать такие красивые рукавички. Ну что, приступаем? Сейчас мы будем смотреть, что нам понадобится. Нам понадобятся ножницы синтепон, скотч, ветер, клеевый пистолет, заготовка и много-много украшений. Ну что, начинаем? Для начала первым делом нам надо фетр. Нам нужно взять нашу заготовочку и сложить фетр пополам. Дальше мы должны взять такую заготовочку. Она может любой формы быть, любой размера, как вы захотите. Потом мы заготовку прилаживаем к нашему фетру и берем скотч. И приклеиваем скотч к нашей заготовке на фетр. Берем вторую, приклеиваем рядом. Клеем от стола скотч. Берем ножницы и вырезаем наш. У нас вышла вот такая заготовка, и сейчас мы ее отделим. Скотч, какой скотч остался на рукавичке. Так мы его убираем, отделяем. И берем нашу рукавичку и прилаживаем к синтепону. И лишние края обрезаем. У нас получился синтепон. Красиво. И мы должны приложить синтепон к нашему фетру. Нашей фетровой рукавички. Вот такая у нас получилась. Вот такая, где у нас фетр. Оно еще не приклеено. Мы берем второй. И вот так прилажим тоже. Посмотрим на наш клей. Еще не выдал. Ждем, пока что наш клей расплавится в середине. Уже клей у нас вытекает. Надо ножку эту убрать.
Один клей. Раз, два, три. Ой, забыла вам сказать, потому что, смотрите, веревочку еще нам понадобится. Давайте заклеим пальму. Теперь мы берем веревочку. Такой небольшой такой крапочка. Раз. И быстро-быстро обваживаем вот так клей, чтобы получилась такая штучка, как браслет. И вот так засовываем вот сюда. Стоп. Вот эту дырочку. И получилась у нас такая рукавичка. Но, чтобы она была красивее, надо нам ее украсить. Вот у меня много-много. Сейчас я подвину украшения. Мы сегодня будем украшать. Больше всего вот эти снежиночки красивенькие, золотые. И сейчас мы их приклеим. Вот такая у нас получилась красивая рукавичка. Ставьте лайки. Всем пока!